Ну так вот, мы прибыли в Париж, когда цвели каштаны. Попасть в Париж — мечта не всех, но многих, кто в нем бывал и кто в нем не бывал. И пусть туда ведут не все дороги, я на дно случайно угадал. В первых строках хочу оговориться, я думал, чем меня ты удивишь. Я ж сам не из деревни, из столицы, из сибирской, и все-таки Париж, он есть Париж. У нас была обширная программа, нам было нужно быстренько успеть. Во-первых, обалдеть от Нокердама, а во-вторых, от Лувра обалдеть. Потом бегом вдоль набережной Сены до Триумфальной арки, это для, чтоб потоптать траву все непременно на их, на Елисейских, на полях. Потом я позвонил своим домашним, ведь как-никак, а все-таки родня. Привет вам, говорю, прямо с Эйфелевой башни, ну как вы там в Сибири без меня? Картошку посадить не позабыли, морковку тоже, стало быть, живем, а мы здесь в Лувр недавно заходили и Мону Лизу видели живьем. Попасть в Париж — мечта не всех, но многих, кто в нем бывал и кто в нем не бывал. И пусть туда ведут не все дороги, но я попал, хоть вовсе не мечтал. И находясь под впечатлением сильным, замечу, чтоб закончить разговор, в Париже все достаточно красиво, но с неграми и богу перебор. Спасибо. Молодец!